Спортивные программы на десятки стран Европы, Азии, Америки готовятся и передаются из нового олимпийского телерадиокомплекса. Здесь работа буквально кипит. Съемки, монтаж передач, прямые трансляции в эфир. А главное – проверка и освоение новой техники, видео и звуковых устройств, каналов, по которым будут вестись передачи во время Олимпийских игр будущего года. Всем этим вопросам большое внимание уделяют представители зарубежных радио и телекомпаний, в частности, Евровидение, крупнейшей международной организации, которая объединяет 27 стран. В эти дни в новом телерадиокомплексе работают ее представители – режиссеры, комментаторы, инженеры. Руководит олимпийской группой Евровидения Билл Уолд.